Телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской» рассказывает в рубрике «Красивая Самара» о скульптурной композиции «Аленький цветочек». Работа скульптора Ивана Мельникова была установлена в городе 2 года назад в рамках благоустройства сквера Аксаковых на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. В композиции запечатлен эпизод, когда писатель Сергей Аксаков, приехавший в гости к сыну Григорию, смотрит на внучку Ольгу с цветком и вспоминает сказку об «Аленьком цветочке». Семья Аксаковых своей жизнью, творчеством и делами тесно связана с Самарским краем. Более 27 лет жизни видный государственный и общественный деятель, почетный гражданин Самары Григорий Аксаков провел в Самаре. Место для скульптуры выбрали не случайно. Когда-то именно здесь, на этом месте, стоял дом, в котором жила семья Аксаковых. Телеграм-канал администрации Ленинского района Самары информирует, что к ним обратились жители дома по адресу Рабочая, 25, с жалобой на отсутствие тепла. Районные власти организовали выезд на место. На текущий момент неисправность в тепловой камере устранена, отопление подключено. Администрация района обещает и дальше мониторить качество теплоснабжения в доме. В Самаре в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки инвалидам, имеющим первую, вторую и третью степень ограничения к передвижению, предоставляется единовременная выплата на ремонт жилого помещения. Размер выплаты 30 тысяч рублей. Выплата осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления. Необходима регистрация по месту жительства в Самаре. Список необходимых документов и адреса отделов, куда можно обратиться, публикует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Подробную консультацию о выплате можно также получить по телефону 332 16 36.